все, доброе утро всем. И мамку поздравляю с днем рождения. Вот обещал маме, что сделаю хоть одно видео по-русскому. Вот поэтому делаю вот это видео по-русскому. С днем рождения, мама. Так, а что мы сегодня делаем? Мы, короче, сегодня ничего не делаем. Мы ходим сегодня по городу Ханой. Потому что мы в Ханое. И едим вьетнамскую еду. Но до того, как мы есть будем, мы заказали себе Uber. Поедем на Чуа Тран Хок. Во, наше такси приехало. Сейчас будем. Мы в Ханое есть озеро. И на этом озере прикольно закат смотреть. Вот мы туда хотим попасть. Но до того, как мы туда попали, мы нашли темпл таоистов. Темпли таоистов и смотрим темпл. По дороге к лодке мы нашли кофе. У них тут еще лед есть. Можешь добавить лед и будет холодное кофе. О, кофе вкусное. Привет, наконец-то мы добрались до Тран Куак Пагода Темпл. Тут очень красиво. Солнце еще не садится, но говорят, что когда тут садится солнце, тут очень красиво. Но поскольку сегодня облака, мы заката не увидим. Место очень красивое. Тут хоронят очень знаменитых мунков. А еще тут очень много историй и легенд захватывающих. Походил, поспрашивал, оказалось, что лодки на этом озере не ходят. Не знаю, где я читал, что тут можно лодкой покататься и поесть, но тут такого нету. Поэтому мы найдем еду где-то в другом месте. А тут ее много. Посмотрим, что мы сможем найти сегодня.
Да, вот, короче, в камере батарейка села, пришлось вернуться в отель. Но ничего страшного, тут еда серая тоже есть. Выходишь из отеля, и сразу бабка сидит. Вкусно готовить, сейчас покажу. Так, вот этот суп и похожий суп во Вьетнаме везде едят. Называется фа. Но он разных вариантов есть. Вот это с нудисами. Тут еще мясо есть. Вот такое мясо есть. Вот такое мясо есть. Вот это есть. И очень вкусное. Вкусно. И его обычно едят вот салатом. Салат бывает разный. Некоторые с крапивой едят. Вот крапива. Да, есть крапива. Вот крапива. Вот это вот не знаю что. И бывает еще добавляют изберг салат, тоже есть чуть-чуть. И бывает еще кориандр добавляют. Вот эта бабушка не добавляла кориандр. И потом вместе с салатом, и с нудлисами, и с мясом едят. И какое острое хочешь, такое делай себе. Вот добавляешь остроты, есть такая острота. Вот эта штука. Я не знаю, что это, но оно с мясом, и оно очень-очень вкусно. О, вот это наелся. О, это вкусно было, и оно остренькое, и вкусненькое. И супчик есть, и нудлисы есть, и мясо есть. Ну, вкусно. Спасибо. Спасибо, ребята. Лайкайте, следите, сабскрайбайте. Спасибо, давайте.